Я тут вот капюшончик накрыл, чтобы прохладно не было. Чтобы холодно не было. Главное, мой цветочек видно было. Вот. Тепло так. Температуру сегодня не смотрела. Может, постою, сейчас погуляю. Заодно. Вот. Мой любимый халатик красный. И что я говорил-то? Мусор вытянул, короче. А, про мусор я хотела сказать. Сейчас руки пойду помою. А, не забудь бы, куда я иду. Товарищи, могу. Потому что я недавно стала мусор выносить. Вот. Тут я не совсем ориентируюсь по этим тропинкам. Ну, ничего. Вот, привыкну. А, тут... Ладно, поменяюсь. И... Куда встать-то мне? Чтобы поболтать нам сюда. У нас сегодня погода пасмурная. Дождь всю ночь, был дождь. Вот. Решила вынести мусор. Да. Мы вообще сегодня хотели пойти гулять, но мы не... Никто вроде не едет. Потому что тут заезжают машины. Хотели сегодня погулять, но оно, видимо, не получится. Дождик. Вот, и хотели на коляске поехать, погулять. Ну, вот, потому что вечно куда-то ходишь, ездишь, то ли в магазин, то ли на собрание, то еще куда-то, по делам. Но больше мама ездит, но все равно. И ну, раз я еду, чтобы куда-то развеяться, ну, с ней. Вот, и... Вот, так, сейчас я... Мусор такой, ну, потяжелее сумочка, чем та немножко одышка идет от тяжести мне. Вот, ну ничего, я смогла такой буду носить. Вот тут недалеко, вот заодно прогуляюсь. А, вот, он тот легче был, пакет, он вообще легкий. Просто от нагрузки мне тоже будет, я буду уставать. Ну вот, еще смогу, тяжелее нет, не смогу. И еще, может, если захочу сейчас второй раз. Вторую ходку сделаю. Ну, может быть, а может и нет. Сейчас посмотрим. Вот. Просто я мусор за две части, говорю, вынесу. А за один раз не получится. Ну, вот, потому что тяжелое. Ну, потому что вот у меня со спиной проблемы. И вчера у нас тут была... ночью, кстати, хотела сказать вот что ночью. Тут была стрельба, по-моему, потому что я проснулась, я очень напугалась, проснулась. И это не в доме что-то там гремел кто-то, это на улице. И было слышно бах-бах-бах-бах. Раза 3-4, может быть, даже 5. Несколько разов. Вот, это вот после той, вот, ну, продолжение, видимо, было продолжение истории. Вчерашней, которую я засняла на, случайно на видео. Вот, я слышала, думаю, ну, ну, как, конечно, я перепугалась. А у нас висит, ну, сигнализация, ну, это, по-моему, от пожара, ну, да, для пожара, если вдруг вспыхнет пожар. А она мигает, висит на стене, прям напротив где-то, ну, почти напротив окна. На стене под потолком. Круглая такая штуковина пластмассовая. И мигает лампочка на ней. Ну, что вы думаете, я перепугалась, я забыла, что она там висит. Я в той квартире предыдущей, я помнила, что она есть. Ну, это забыла. Забыла про нее, и она мигает, поблескивает, и прям красненьким, ну, вообще, хана. Конечно, с другой стороны, глупость, конечно, с такого подумать, что там кто-то целится, да, там. Ну, страшновато было как-то. Вот, ну, не знаю, слышали ли мы раньше эти
выстрелили. Может быть, слышали, но не обращали внимания. А тут, так сказать, под носом увидели, что есть, и как бы обратили внимание, и теперь знаем, что, потому что это явно выстрелы. Вот, это не какие-то там... Когда машина заводится, она сильно заводится. И едет с мотором сильным, и все. А это не то. Вот, чистый и бабах, и все. Все, иду домой. Сейчас, наверное, вынесу второй раз. У нас дождь забыла, да. Лужи мокрые. Лужи есть и мокрый асфальт. Цветочки прибило немножко. Летом сюда нельзя сувать руки. Потому что тут водятся ядовитые гадюки. Так. Убежусь, что меня мой цветочек видно. Все, пошла я. Все, второй пакет понесла я. Довольно легкий. Сейчас приедет машина. Все, вынесла мусор. Второй раз пошла, тут машина сейчас ехали. Я не получилось не заснимать ничего. Второй раз пошла, и я получилось не заснимать ничего. Короче, вошла во вкус, видимо. Буду себе мусор носить. Ну, потому что я пока видел, пока адаптировалась, самолет летит. Видимо, в тучах не видно. Где-то гудит. Вот. Вот я сейчас вынесла мусор за два раза. Но мне по тяжести нормально. Так что буду носить. Ну вот. Потому что я же тоже должна что-то делать по дому. Вот. Ну я всегда что-то делала по дому. Просто пока первый месяц адаптировалась. Не вошла во вкус, видимо. Вот. Ну, буду носить. И тут машина ходит. Ну ничего, я так смотрю. Чтобы не ездил никто, смотрю, и тогда иду. Вот, и ничего еще хотела. Не помню, что еще хотела. А, сейчас я сейчас буду купаться, потому что завтра на собрание. Вот. Хотели вообще сегодня погулять, поехать сами. И хотели отвезти нас, но... Ну сегодня не погода, даже сами хотели поехать на коляске погулять. Но сегодня вот мама лепит пельмени, потом готовиться к собранию надо. И мне купаться надо, голову помыть. Вот, в душ. Сейчас вот я отдохну, покушаю. И скупаюсь потом, после того, как покушаю. Ну и отдыхать буду потом. Может быть, что-то засниму, я на воду сушиться, не знаю, попробую. И потом, когда отдохну, либо сяду за компьютер просто, либо... Потому что я устану, опять же, я устану. Я сейчас буду отдыхать. Но... Запах плохой. Ну все. Буду рисовать, потом вот что хотел сказать. Все. Буду заканчивать видео. Кому нравилось это видео, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Пока.
у нас. В следующем видео покажу более подробнее наш двор. Ну, возле наших дверей. Все, сейчас омою руки. И... будем кушать пельмени. Я, конечно, замерз, но сейчас буду греться, кушать буду, потом купаться, как я говорила. Ты потом не говорили, что я не мою руки. А то так будешь, если не сломаться, и сразу смело кушать. Вот мне очень приятно. Поэтому я решила помыть руки. Ну вот, как я говорила, сейчас сниму обед свой. Мама налепила пельмени. Вот такие пельмешки у нас скромненько, но, как говорится, так, со вкусом. Домашние пельмешки вкусные. Очень вкусное тут мясо. Вкуснее, чем мы раньше ели. И говядина вкусная. Я вообще говядину не любила. Сейчас в плове нравится говяжье мясо. Вот, что мы там выбрали еще, что? Что мы там еще ели? Из чего вы? Мясо? Да, не говядина. Короче, мясо здесь вкуснее, и поэтому, соответственно, и пельмени будут вкуснее, или плов, или еще что-то. Фарш очень вкусный. Мы в котлеты вообще не вложили ни хлеб, ни картофеля, ничего. Только лук. И такие котлеты были, что я за обе щеки ела. А раньше, как бы, они были жесткие, мы делали так, и было не очень вкусно. И вот особенно говядина, вот она никакая там. Мы не ели хорошей говядины, как бы. Здесь она очень вкусная. Все, буду заканчивать. Про другое еще что-то я напишу, сделаю в другом видео, расскажу. Про другое мясо вообще что-либо. Так, ладно. Вот. Всем пока!